Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс. Продолжаем строить свой подводный город в игре Акватика. И сегодня будем заниматься улучшением производства, расширением. Будем достраивать то, чего нам не хватает. И, конечно же, будем бороться с проблемами, которые будут появляться у нас в ходе игры. А проблемы будут, потому что я их очень люблю. Я немножко за кадром подшаманил. Я поставил нефтеперерабатывающие заводы рядом с нефтяными платформами, так как наши исследования подразделяются, можно сказать, на два вида. Это зелененькие, вот такие исследования, и синенькие. Зелененькие исследования — это улучшение, то есть, например, комбо-нефть. Нефтеперерабатывающий завод в непосредственной близости от нефтяной платформы обеспечивает производственный бонус 10%, поэтому я и переставил немножко заводы. Также давайте улучшим комбо-пластик. Фабрика пластмасс в непосредственной близости от фабрики дронов обеспечивает производственный бонус. Я это качаю, но где у нас? У нас еще фабрики дронов нет. Кстати, да, я прокачал фабрику дронов, и нам надо сейчас ее поставить. А поставить нам надо ее где? Правильно, возле фабрики пластмасс. Поэтому ставим. Так, где у нас фабрика дронов? Где-то здесь. Генератор кислорода. Это у нас есть. Фабрика дронов. Ставим ее вот здесь. Я не знаю, давайте вот напротив, да, поставим. Чтобы мы сейчас в эту трубу влились сразу же. Если что, мы поставим еще пластмассовый завод, если вдруг нам понадобится. Вот, сюда у нас будет проходить труба, и мы прям вот так ее сейчас и воткнем, даже немножко дальше. Давайте вот, вот так вот. Так, хорошо. Фабрика дронов нам, конечно же, еще нужна, потому что у нас уже на самом деле нехватка рабочих дронов. Так, соединяем это дело все трубадуром. Так, по минимуму будем делать. Отлично. Выставим сейчас приоритет, конечно же, чтобы нам здесь построили. Так, исследование завершено. Комбо-пластик есть. Так, комбо-пластик у нас не завершено, я смотрю. Фабрика пластмасс непосредственно близость от фабрики дронов обеспечит производственный бонус. Ага. Так, домик морских охотников. Да, народ, сейчас у меня было сообщение. Сейчас мы включим лог. Смотрите, разнообразие продуктов питания. У нас на данный момент... Как вы видите, разнообразие продуктов питания уровень 1. Необходимо разнообразие 2. Но пока что удовлетворительно. На что это влияет? Это влияет на счастье наших людей. То есть уровень 2 обеспечивает, типа, более здоровые... Если у нас уровень 2, то у нас будут более здоровые люди. Как-то так. Сюда сейчас все подвезут. Мы ускорим это дело. Фабрика дронов, да, и мы сможем уже производить дронов. Это хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас по электричеству. Производство 320, используется 180. Ну, запасик есть. По топливу производство 288, требования 136. Баланс плюс 152. Это хорошо. Также топливо у нас. Производство 234. Потребление 139. Ну, у нас почти в два раза все. Вот только с кислородом. И тоже нормально. В общем, пока живем. Исследуем. Далее, что мы можем с вами исследовать? Давайте исследуем, наверное, домик морских охотников. Так, ставим. Что он нам дает? Возможность создания центра для подводных охотников. То есть, а что эти охотники будут делать, я пока не знаю. Я так понимаю, они будут ловить рыбу. И у нас будет разнообразие пищи другое, так? Хорошо, мы сейчас поставим его. Домик охотников, это у нас что? А, кстати, что у нас по аккумуляторам? Смотрите, потребление дронов 20, ежемесячно производится 36. Все под контролем, да? Но сейчас, конечно же, будет больше, так как мы, я думаю, построим дронов. Ну что у нас тут по нашему... Приоритет строительства у нас стоит, понятно. Пошла строечка. Так, хорошо.
Вот, смотрите, у нас получается дронов 18, да, а сколько задействовано? Вот я пока не знаю. Отлично, завод дронов построен у нас. Здесь что мы получаем? Производство. А, он типа автоматом производит, да, получается? И сюда уже повезли, смотрите, да, повезли материалы. Дрон. Пятигодовой, пластик. Короче, что-то вроде у нас работает. Завод по созданию дронов. Так, а где мы можем посмотреть, что у нас по дронам? Пока неизвестно. Да, я, кстати, поставил еще вот здесь складик какой-то. Вот тут у нас можно посмотреть все наши ресурсы. Что-то типа этого. Так, хорошо. Губка у нас, 1000 губок, ничего себе. Вот это нормально. Собиратели, да, кстати, что-то с собирателями тоже связано. Их лучше было ставить возле склада. Но, в принципе, они у нас не сильно далеко, да? Не, да, нормально, само то. Увеличение производства давайте, наверное, сделаем, да? И также, как вы видите, в главном здании можно издавать законы, которые у нас еще не прокачаны. Так, хорошо, далее, что мы делаем? Мы дальше улучшаем то, что можем. Заводы пластмасс у меня можно только расширить. Рабочие места плюс один, будем расширять. Железо, железо нам надо. Ну давайте расширим, так. И это расширим. Мало бездействующих дронов, видите? Нехватка дронов у нас. Так, хорошо, давайте посмотрим. Создатель дронов 1:1. Это что значит у нас? Непонятно пока что. Наверное, нам придется ставить еще заводы. Увеличение производства. Производство 20%. Так, хорошо. Улучшили. Дронов у нас 18. Опачки. И теперь у нас нехватка почему-то топлива. Так. Непонятно. Наверное, мы поставим с вами еще одну нефтяную скважину, я думаю. Давайте-ка мы поставим ее. А почему у нас нехватка топлива? Мы производим 234. А улучшить можно у нас что-нибудь? Так, оптимизация, расширение, оптимизация. Так, на содержание будет меньше тратиться. Хорошо. Так, производство. А сколько мы производим? 144. Да, нам, народ, надо еще одна нефтяная скважина, наверное. Содержание 64, производство 116. Либо еще один завод надо. Я даже, если честно, не знаю. Расширение. Расширение. Так, хорошо. Эффективность 50. В здании есть свободные рабочие места. Это хорошо. У нас нехватка дронов. 18 дронов, а как их построить? Давайте дальше исследовать тогда. Так, нет бездействующих дронов. Вот видите, все дроны у нас заняты. А как нам создать дрона, я пока что не знаю. Так, домик морских охотников. И топлива, смотрите, уже хватает. Здесь как-то периодами, я не знаю, почему топлива то хватает, то не хватает. Да, нам нужны дроны, народ. Как они производятся, я не понимаю. Следующее производство дронов 39 дней, да? Я не знаю, стоит ли ставить еще один завод на самом деле. Содержание 120 монет, 60 пластика в год и электричество 60. Это из-за расширения производства у нас нехватка дронов. Так получается. Ладно. Давайте мы еще один поставим завод дронов на всякий случай. Если что, мы его потом просто снесем. Так, хорошо. Приоритет сюда поставим, но у нас нет дронов, чтобы сюда завести что-то, так? Есть, отлично. Я надеюсь, мы заглушим эту систему всю. Не понимаю, почему вылетела вот эта нехватка нефти. Смотрите, мы производим 251.
А требования 235. Мы на 100 больше, на 100 с лишним производим больше. Кислорода у нас не так много. Кстати, что у нас здесь? В куполе все хорошо. Давайте тогда заниматься исследованиями дальше. Так, домик морских охотников, комбо-пластик. Подводное поле. Комбо-морские охотники. Давайте исследуем еще подводное поле и будем строить поля подводные, на которых, по сути, можно что-то собрать. Так, фабрика дронов. А где у нас домик морских охотников? Склад. Место собирателей. Рыбацкий центр. Смотрите, оперативный центр для наших специалистов по рыболовству. Производит мелкую рыбу. Вот, кстати, можно поставить для разнообразия еды. Один дрон и 100 губки содержания. В принципе, сойдет. Давайте ставить. По электричеству мы должны вывести. Так, где мы поставим это рыболовное чудо? Я даже не знаю. Где-то возле склада, недалеко, я думаю. Но, наверное, где-то вот здесь. Здесь нам еще придется ставить аккумуляторные штучки эти, да? Либо где-то надо ставить возле поселения. Давайте вот здесь воткнем его. Примерно вот так, да, чтобы мы могли еще трубу протянуть. Так, есть контакт, и здесь ставим с вами трубу. А, не надо что ли подключать? Или еще не построен просто? Хм, интересно. Ладно, подождем. Немножко, я думаю, потише можно звучок сделать. Вот примерно так. О, отлично. Здесь нам что надо? Губка 30. В принципе, изи, да? 30 губки, это ничего. Нам главное дроны. Вот что нам главное. Наверное, все-таки надо ставить еще один перерабатывающий завод. Он производит у нас 233. Так, этот завод и... Подводные поля отличны, но дорогостоящий способ производства основных продуктов питания. Сбор урожая происходит раз в год, так как, например, морским водорослям требуется год для того, чтобы они выросли. Так, хорошо. У нас, значит, появилась эта беда, нет? Нет бездействующих дронов. Это плохо. Когда у нас тут что произведется, непонятно пока что. Давай строй нам вот здесь. Исследование завершено. Так, вот он привез. Отличненько. Мы с вами здесь, по-моему, еще трубу не проложили. А вот здесь подключимся. Так, хорошо. Что-то у нас там недостаток резко стало. Ресурсы, необходимые для производства, не поступают в это здание. Электричество. А-ха-ха-ха. Как обычно, в общем. Так, мы еще тогда ставим ветряки с вами. Ставим еще ветряки. Либо давайте поставим их вот здесь, где-то, и подключим. Вот таким способом, наверное, я думаю. Мы просто рядышком выставим их. Вот здесь можно, да? Не знаю, будут ли они тут мешать. Я думаю, не будут. Так. И вот здесь нам надо выставить приоритет. Да ё-моё. А как вот это вот убрать? Вот так. Я не могу выставить приоритет почему-то. Вот. Электроэнергии нам не хватило. И также у нас кислород сейчас начнет заканчиваться. И аккумуляторные батареи перестанут производиться.
Так, давайте, ребятки, давайте там побыстрее. Побыстрее, помощнее дергаемся. Так, все строится. Давайте пока посмотрим, что мы еще будем с вами исследовать. Комбо-морские охотники. Я не знаю, следует ли это сейчас исследовать, либо лучше что-то дальше исследовать. Магазин одежды, план по морепродуктам. Так, хорошо. Производство морепродуктов, налог на имущество. Кстати, вот это первый закон, который мы можем ввести, да? Давайте-ка мы его исследуем, чтобы у нас какой-то доход был, я не знаю. Я думаю, нормально будет. Так, несут, несут, все отлично. Сейчас все будет. Ветряки, конечно, это такое себе, я вам скажу. Мало бездействующих дронов. Сейчас, подождите, вот здесь у нас уже скоро будут 6 дней и произведутся дроны у нас. Давай, маслай. Мы их соединили? Нет, мы их не соединили еще, кстати. Так. После исследования можно добавить директивы в вашу подводную базу. Просто откройте, понятно. Это мы поняли с вами. И вот здесь еще нам надо подключение сделать. Да ё-моё, ну какой-то неудобничок на самом деле. Вот, все, все вроде бы заработало, да, отлично. Запас энергии. А, нам еще одежда нужна, производство основных товаров. Смотрите, начните производить товары первой необходимости, постройте магазин одежды, мебельную фабрику или фабрику декоративных изделий, чтобы снабжать жителей товарами первой необходимости. Смотрите, смотрите, для начала давайте мы, наверное, поставим вот то рыбацкую бухту эту, или как она называется. Кстати, завод аккумуляторов нам сейчас понадобится еще один, так как дронов у нас будет больше. Давайте мы сначала поставим завод аккумуляторов лучше. Тысячу монет. А, вот, кстати, хорошо, что нам иногда подкидывают откуда вот, а? Нет здания дрон-курьер. У нас просто нехватка дронов дикая. Дикая нехватка дронов, народ. А здесь у нас производство через 44 дня и через 46 дней. Это плохо. Не будем тогда, наверное, мы спешить. Так, ну раз нас просят одежду, да, тогда мы будем исследовать все-таки. Морские охотники мы с вами поставим. Магазин одежды. Будем его исследовать тогда. 110 дней. Так, как бы нам так побыстрее это все организовать? Вот курьер появился сейчас, видите? Мимо проехал, мимо. А, они на аккумуляторах у меня работают. Ясно, понятно. Сейчас мы с вами еще соединим сразу это дело. Вот так примерно, да, получается у нас. Отлично. Я бы, конечно, поставил, но, блин, дроны. Почему они так медленно делают? Сколько он произведет дронов через... Следующее производство дронов. 40 дней. Так. Сколько он производит, мне интересно. Увеличение. Увеличение производства делаем в любом случае, да? 32 дня. 28 дней. Все, ладно, хорошо. Это мы оставляем с вами. Исследование завершено. Магазин одежды. И база второго уровня позволяет всесторонне модернизировать подводную базу. Обновленный центр будет предоставлять 2000 дополнительных монет в год. Вместимость магазина составит 1500 и увеличится число баллов влияния. Ладно, хорошо, это мы потом исследуем. Сейчас нам надо исследовать. Давайте, наверное, комбо морские охотники. И все-таки мы поставим себе морских охотников сейчас. У нас просто жесткая нехватка дронов. Базу дронов надо ставить с самого начала. Вот так вот.
Так, 20 минут мы уже летаем. В принципе, мы неплохо уже и сделали что-то. Так, далее. Далее, где наша... Кстати, люди вообще как бы только поесть просят и все, в принципе. Вот, подводное поле. Давайте поставим. Так, еще два человека пришло. Кстати, если склад или хранилище находится слишком далеко от подводного поля, уборка урожая на поле может занять дополнительное время, да, я так понял. Короче, вот здесь у нас склад, где-то надо ставить вот в этой области. Нет домов для людей. Когда мы уже, кстати, дойдем до того уровня, что сможем улучшить дома наши. Почему-то у нас нет домов для людей. Дом второго уровня. Здесь у нас, видите, еще ничего не улучшено. А это что у нас? Магазин одежды. Мы можем поставить магазин одежды. Где-то вот здесь, что ли, получается? Нет, подождите. Пока не втюхиваю. Так, давайте пока поставим один домик. Еще. Так, хорошо. Они просто... Я не знаю, можно ли как-то отклонять приезд людей. Ну, потому что людей реально много приезжает. По два человека там в какой-то период определенный. У нас декабрь уже второго года, кстати. Два года мы с вами живем. И да, магазин одежды. Купола. Понятно. Скоро, чувствую, нам придется строить еще один купол, но... Канатная дорога. Что такое канатная дорога? Управляйте канатной дорогой между куполами. А, то есть мы с одного купола можем построить канатную дорогу в другой, и люди будут туда-сюда ходить, так? Я пока не всасываю, народ. Я еще пока здесь плаваю. Так, электроэнергия у нас, запасов. Мало, завод одежды, общественное здание, производственное здание. Здесь у нас завода одежды не будет, так, понял. Вот здесь у нас что, склад, здесь у нас... Все, это ставится в куполе, да, получается, завод одежды. Торговый порт. Это все что у нас? Фабрика, турбина, генератор кислорода, фабрика дронов, завод аккумуляторов. Понятно. Также вот, мы еще с вами не поставили подводное поле. То есть подводное поле мы будем ставить где-то вот здесь, наверное, да? Ага. И его можно сделать побольше, да? Не знаю, давайте где-то вот здесь. А, нет. Ну вот здесь у нас будет подводное поле. Оп, на-на-ней-на-ней. Отличненько. Нехватка дронов все-таки, конечно, мало бездействующих дронов. Ну что я поделаю? Я не знаю, как с этим бороться. Подключать вроде ничего никуда не надо. Вроде бы как. Смотрите, как он моментально тут прилетел строить-то. Шустрый, шустрый. Так, хорошо. Аккумуляторный завод, кстати, еще один построился. Мы его улучшим. Блин, ну здесь на самом деле не с привычки, да? Обычно мы играем в какие-то, понятно, более игры, если это на земле, там, Transport Favor, да? Но здесь все по-другому и все вот так вот. Кстати, мы можем налоги ввести, да, с вами? Налог на имущество 52 в год. Влияние 1. А у нас влияние есть вообще какое-нибудь? Так, да, влияние 1. Бонусы монеты за дом плюс 1 в неделю. Ну давайте, да, давайте. Я надеюсь, у нас люди... Вот, у нас влияние, доступно 2, максимум 3, баллы влияния. Хорошо. Кстати, а железо здесь просто собирают, либо его как-то можно добывать? Вот я тут тоже не знаю. Вот еще железо, кстати, лежит. Но нам нужно больше дронов. Так, назначить
морекультуру. Вот здесь, значит, в нашем морском здании нам надо морекультуру назначить. Морские водоросли, либо морской огурец. Подводное поле, которое вы создали, требует вашего внимания. Вам нужно определить, какую морекультуру будут выращивать. Угу. Морские водоросли, либо огурец. Количество 288. Продолжительность. Давайте вот морской огурец будем выращивать. Все, отлично. Огурцы посадили. И потом мы сможем... Люди зато смогут огурцами лечить. Ну, вы сами поняли, да? Не отрывая от ботвы. Вставлять здоровее будут люди. Теперь давайте поставим все-таки в куполе у нас. Я не знаю, может еще один купол создавать. Давайте мы здесь поставим магазин с вами. Надо как-то улучшать купол, кстати. Так, здесь нам надо общественное здание. Производственное здание. Так, вот, у нас магазин одежды. А где ее брать, чтобы ее здесь продавать, а? Поставим здесь магазин одежды с вами, так? Я просто не знаю. Внизу его никак не поставишь. Дома второго уровня, дом третьего, четвертого. И мы, кстати, на исследование с вами ничего не поставили. Пусть строится у нас магазинчик. Здесь нет дрона рабочего, видите? Да уж. У нас уже 21 дрон, кстати, смотрите-ка. И нефти начинает становиться маловато, я смотрю. Хотя топлива много. Непонятно, ладно. Что мы, значит, дальше делаем? Идем в исследование. Ну, базу второго уровня пока не будем. Давайте сделаем производство морепродуктов. Глобальное улучшение, которое увеличивает производство морепродуктов на 10%. Морские водоросли, устрицы, мидзи, морская улитка. Огурец. Морской огурец есть, значит, исследуем эту тему. Отлично, смотрим, что у нас с магазином. Пластик сейчас довезут. Пластик у нас вроде имеется. Ну, это хорошо, что хоть пластик. Список работ, это понятно все. Мини-карта нам не нужна пока что. Ну, в принципе, все. Кстати, да, каждое здание можно перекрашивать. Вы видите, я перекрасил их в желтые все. Можно каждое здание перекрашивать в свой цвет. Вот здесь есть основной цвет, вторичный цвет. Вот так, вторичный цвет. Вот так. И применить к типу можно, да? А можно применить ко всем. То есть, когда у вас очень много зданий, можно их раскрасить по-разному, и вы будете знать, где у вас что. Потому что у меня уже тут начинается все вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Так, пока мы исследуем, мы строим еще с вами магазин одежды. Давайте его как-то в приоритет поставим, наверное, да? Вроде все в порядке, это самое главное. Кстати, аккумуляторных батарей у нас хватает пока что. Магазин строится. Все, пластмасс завезли. Ждем сейчас других человечков, которые нам поставят. Так, исследование завершено. И мы сейчас продолжим с вами исследование. Ну вот у пацанов будет магазин. Это не секонд-хенд, это магазин. А то сейчас мода в секонд-хенды ходить. Так, хорошо. Так, ресурс, необходимое для производства, не поступает. Электричество, подождите, так а как нам сюда электричество-то подать? Подождите, у нас этого раздела нет, да? Общественное. Здесь этого раздела нет. Хм. А у нас нехватка электричества, что ли? Да, производство 480, требования 440. У нас нехватка опять электричества. Сейчас все будет. Мы все исправим. Так, притормозим немножко. Короче, надо какой-то исследовать энергоблок или что-то в этом роде. Потому что, ну, так никуда не годится.
Давайте вот здесь еще будем выставлять. Они у нас есть, вроде как не просят. Вроде как они у нас кушать не просят. Ускоряем это дело. Блин, ну вот это некрасиво получилось, конечно. Мы потом это дело снесем как-нибудь. Сделаем нормально. Так, подключить, конечно, эту всю систему надо. Кстати, горячих клавиш не видно, да? Вот это мы подключим вот сюда. Вот это мы подключим также вот сюда. Так. А вот эти две мы подключим. Нет, вот эту я тоже, наверное, туда подключу. Все-таки лучше строить с расстоянием в одну клетку, я думаю. Все-таки будет лучше. Будет легче все соединять. Так, а вот это подключим вот сюда сразу. Электричество, кстати, появилось. Мы уже с запасом бахнули. Давайте смотреть. Значит, что у нас здесь? Производство. У нас производится 175 одежды. Так. Содержание электричества. Пластмасса много надо, видите? Нам надо больше потом будет пластмасса. Сейчас посмотрим, как он у нас начнет уходить. Увеличение производства сразу качаем. Оптимизацию качнем, наверное, да? Не пожалеем. Меньше будет расхода. Ну, естественно, нам уже надо как-то подбираться к инструментам. Потому что... они нужны для дальнейших улучшений производства. Так, есть контакт. Дальше. Мы еще с вами успеваем исследовать. Что мы успеваем исследовать? План по морепродуктам. Глобальное улучшение, которое сокращает расход морепродуктов. Мы качаем, конечно же. Ну и считайте, первую волну мы с вами прошли. База второго уровня. Наверное, мы уже будем начинать. Вот, у нас появилось 7 одежды, но у нас единственное, что это недостаток дронов. Смотрите, летает какой-то агрегатик. А морепродукты когда вырастут-то? Морской огурец, а почему они как-то не показаны никак? Ну, сейчас мы посмотрим. Так, в общем, что еще я думаю? Давайте мы что-нибудь добавим, а второй уровень базы начнем уже в следующем видео. Что мы с вами добавим? У нас 10 взрослых жителей, 6 семья, дома всего 6, пустых 0, инженеров 10 штук у нас. Исследование завершено, отлично, у нас теперь будет разнообразие пищи. Удовлетворительно, необходимо, да, пока разнообразия нет, но вот сейчас вырастут огурцы наши. И мы посмотрим производство, топливо. Производство 468 на 246. В принципе, пока нормально. Вот кислород нам надо увеличить. Производство 100, требования 54. Ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Далее. Электроэнергия. Понятно, нам надо что-то исследовать. Вот, смотрите, кислород не хватает. А, труба протекает. Ёпарасоте. Где? Надо ее... ремонтировать срочно. А то сейчас наши люди начнут откисать потихо. Все, готово. Я выкачаю базу второго уровня. Так, но мы начнем ее смотреть уже со следующего видео. В принципе, у нас все четко работает, как ни странно. У меня такое редко бывает. Ну, конечно, немного... Так, а что это у нас... Начните производить товары первой необходимости. Постройте магазин одежды, мебельную фабрику и фабрику декоративных изделий. Подождите, давайте посмотрим. Мы, может, что-то еще в куполе можем построить. Но у нас один купол. Нам надо второй купол. Вот что нам надо. Что мы еще можем с вами тут построить? Дом. Здесь пока мы ничего не можем построить. Здесь также нам надо все качать. Нам нужна мебель, видите, для постройки. Так, нам еще два жителя пожаловало. Сейчас опять не будет хватать домов, конечно же.
конечно же, я думаю, мы поставим второй купол с вами. Давайте прям рядышком вот здесь будем строить сейчас второй купол Джан. Так. Вот так. Все красиво. Но опять-таки у нас надо будет настраивать воздух. Я думаю, нам придется еще добавлять воздух. Электричество сейчас туда надо подвести, да? И еще строить дома, кстати. Один. Два. Хорошо. Железо 30. У нас 66. Хорошо. И, наверное, еще, я думаю, стоит добавить собирателей где-нибудь вот здесь, возле... Вот здесь, короче. Потому что есть тут железо некоторое. Хотя они должны собирать все сами. Вот здесь пластик валяется еще. Так, недостаток домов для людей, производство основных товаров. Это мы все с вами потом вкачаем на втором уровне базы. Что по второму куполу? Да, нам пора его подключать. И вот, кстати, да, давайте посмотрим, что за канатная дорога. Станция 1. Пересадки. Станция 1. А почему? А, нам инструменты нужны для канатной дороги. О, господи. Все ясно. Сейчас мы подключим с вами к системе всей вот эту систему. Кстати, у нас здесь собиратель стоит вообще-то, если что. Да. Как лучше провести? Проведем вот таким способом. А, мы куда-то уперлись? А, мы уперлись в электростанцию, да? Ладно, поведем отсюда. Поведем вот таким способом. Все. Подключено. Здесь мы с вами уже будем, наверное, строить дома побольше. Пока что вроде всего достаточно. Здесь у нас идет постройка. Опа, разнообразие продуктов, конечно же. Есть, домов хватает. Все, отлично. Производство вроде как у нас кипит. Одежда. Одежда один. А что это значит? Одежда. Нам еще нужно мебель и украшения. Но это, наверное, со вторым уровнем базы все будет. Как наши огурцы поживают? Добавьте мирокультуру в план посадки. А, это следующее то, что посадить, да? Давайте вот это добавим. Морской огурец. Нет, подождите. Вот это минусуем. Здесь ставим водоросли. Здесь морской огурец и водоросли. Все, вот так по очереди будем выращивать. Но единственное, что хотелось бы посмотреть. Что это за водоросли и что это за огурец? Да, смотрите, огурчики появляются на поляне уже. Разнообразие продуктов питания. Сейчас все будет. Не спешите. Огурец очень долго растет, поэтому таких полей надо ставить не одно. Наверное, мы поставим еще поляну вот здесь потом. Вот в эту сторону. И вот здесь где-нибудь. Может, я это сделаю за кадром? Блин, ну у меня все как всегда получается. Все вот так вот. Разъезжено. В общем, ладно. Сегодня мы немало изучили. Нам остается улучшить базу и погнали уже. Уже, кстати, можно продолжать. Но продолжим мы в следующем видео. Всем спасибо огромное за внимание. Пишите комментарии, подсказывайте. Может, я что-то где-то не знаю. Где-то что-то я подшаманю еще за кадром. Подписывайтесь на канал, прожмите колокольчик. И до встречи в следующих сериях. Всем пока.